Еще один неадекватный водитель попался полицейским в Приморском районе после того, как столкнулся с легковушкой и попытался скрыться с места аварии. И, возможно, скрылся бы, если бы мог хоть немного держаться на ногах. Но парень 22 лет был абсолютно невменяем, документов при себе не имел, чей автомобиль пояснить не мог. Водительское удостоверение никогда не получал. Как оказался за рулем, куда ехал, тоже неизвестно. Из его уст изливались только потоки нецензурной брани. Молодой человек не смог даже медицинское освидетельствование пройти. Попытка подуть в трубку не увенчалась успехом и закончилась трехэтажным матом и оскорбительными жестами в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы. Я вам предлагаю пройти освидетельство состояния алкогольного опьянения на месте. Вы согласны? Конечно, я согласен. Согласны. Хорошо. Все сняли? Смотрите, конечно. Вы сейчас обхватываете губами трубочку. Да, да. И продолжительный выдох. Вообще... Дуете, как шарик выдуваете. Я вообще... Видишь на мою руку? Ты видишь, что я сделаю это? Не надо делать, руками трогать не надо. Я буду держать, а вы выдыхаете. Не будешь делать, да. Подожди. Горе-водителя задержали по подозрению в угоне и составили административный протокол об отказе от медицинского освидетельствования.